Известный в Твери кредитно-потребительский кооператив «Элькоммерс» будет ликвидирован. Такое решение вынес Центральный районный суд Твери. В течение 6 месяцев кооператив должен прекратить свою работу. Такое решение связано с невыполнением кооперативом требований о выполнении предписаний Центробанка. В частности, получив СЦБ предписание о запрете на привлечение денежных средств, приеме новых членов и выдаче займов, руководство кооператива его проигнорировало и продолжило привлечение денежных средств пайщиков по 4 договорам передачи личных сбережений. Общий размер денежных средств, привлеченных «Элькоммерс» за это время, составил 906 тысяч рублей. Невыполнение кредитным потребительским кооперативом в установленный срок законного предписания Банка России является основанием для его ликвидации. Невыполнение законных требований органа надзора, изложенных в предписании, свидетельствует о пренебрежительном отношении КПК «Элькоммерс» к исполнению своих публично-правовых обязанностей.